уже 3 раза напоролись на охранника. Сегодня, наверное, последний день катания на улице. Мы приехали на спот со ступеньками. Здесь есть 6 ступенек, 7 ступенек и 10 ступенек самые большие. Сейчас мы раскатаемся, и я думаю попробовать трешку из 10 ступенек. Все, смотрим. Самая проблема, то что мы уже 3 раза напоролись на охранника. Короче, я стал примеряться на трешку. Сделал первый раз, мне не понравилось. Я решил ее переснять. И вышли 2 охранника. Они стояли, что-то говорили, просто загородили мне ступеньки. В итоге мы отъехали подальше, подождали, пока они уйдут. Примерно через минут 10 они ушли. И мы быстро, короче, собрались, подлетели к ступеням. Я просто сразу же сделал, пересняли, и вот, все было окей, смотрите. Нет, 10 ступеней. 9. 10. Какие 10 ступеней, блядь, это пол ступеньки, 4,5. Длина, блин, блядь, даже меня вжимает, я говорю, попробуй. Я трогал. Он сделает трак. Чё? Блядь, чё? Давай. Блядь, подожди, ты, блядь. Я не то, Катя.
делать, пацаны, это просто мяу. Давай. Мяу. Давай сразу, еду и делаю. Давай, все, у меня трубка играет, надо. Давай. Все, пацаны, мяу. Идите, снимай. Давай, снимай. Пацаны, ты иди лучше подальше, мам, пожалуйста, давай, давай. Не надо перед камерой забить. Хоть тут он не убрался. Я не видел. Погнали ли борщ по быстрому там? Ну, большой дроп. Ниже, на низко вообще, хотя вот так охуенно.